материнская светлая, и родителей светлая речь. Что не успел я узнать, что не сумел я сберечь, это крик какой-то душевный, понимаете? И в то же время это орлиный взлет, потому что такого пронзительного голоса не может не услышать народ, не может не услышать земля, потому что поэты принадлежат всем, включая планету. Вот так я считаю. Это прекрасный поэт. И я думаю, что поэты – это звездные лучи, которые не дают людям, даже народам, забыть, что они пришли творить доброе дело, светлое дело, радовать друг другу, защищать друг друга и помогать. А нам, русским и татарам, сама судьба велела не только защищать друг друга, а ежедневно приветствовать, радоваться и петь вместе. Там поднял на плечи вселенную.
И в то же время земля расступилась под ним, не сдержав это бремя. Но бросить не в силах просторы, что так хороши, осталось летать над землей его птица души, которая, к счастью, отныне сиротства не знает, и встретив горячее сердце, гнездо в нем сбивает. Пусть память о Габриле Тукае и его стихи всегда будут в наших сердцах, как птицы. Так, Шигер, Тукай мэнг яше. Мин эфешм сикинам. Тукай үзе, сүзе, ичаты да үлмес мирас халык күнгілді. Шигерлэре анын, әкетлэре, самими хэм сихри матур тілді. Тата тілі, ана тілі бізу. Тукай анын шунды яраткан. Халкыбызның грек тегіларын, ичатлары билен таратқан. Ул тегілар бізнің халкыбызның қайны әлі хаман жанында. Тукай яшер, Тукай мәңгі яшер. Татар қаны аның қанында. Рахмет.